Мне хотелось бы сказать, что Норникель, конечно же, это компания очень мощная, очень продвинутая, которая поступательно в области устойчивого развития столько лет реализовывает на самом деле такую мощную программу, которая касалась и корпоративной социальной ответственности, и экологических инициатив, и вот этого нового ESG контекста. И устойчивое развитие – это на самом деле вот это вот продолжение ответственности бизнеса и перед всем кругом стейкхолдеров, и перед своими сотрудниками, и перед территориями присутствия. Хотелось бы, с одной стороны, отметить, что этот отчет очень был ожидаем, потому что в наше турбулентное время сохранять устойчивость в развитии – это, в общем, на самом деле огромные усилия и уважение к многотысячным коллективам Норникеля. И к тому, что программы, которые были анонсированы, они, если и претерпевают изменения, то это на самом деле только такое мощное реагирование для того, чтобы быть реализованными. Хотелось бы, конечно же, отметить вот эту серьезную работу с населением территории присутствия. Агентство городского развития Череповца, которое, в общем, было партнером и обучало когда-то ваше агентство Норильское, на самом деле теперь должно учиться у вас многим подходам, которые являются одними из самых современных и востребованных в наше время. Поэтому хотелось бы вот это отметить и еще, наверное, предложить тиражировать это больше на нашу страну, потому что это действительно такие флагманские технологии, которые очень дорого стоят. И работа с малыми коренными народами. Вот опыт и Северстали, на самом деле, хотелось бы как-то сопоставлять с теми подходами, которые делает Норильский никель. Это действительно очень серьезная тема. Впечатлила, на самом деле, вот эта программа по работе с молодыми поколениями, с инвестициями, которые ожидаются в сферу образования, и в школьного, и высшего образования, и создание вот таких хабов с венчурными технологиями, с привлечением на территорию и серьезных специалистов с материка, и с удержанием своих собственных. Потому что удержание молодежи в индустриальных городах – это одна из таких серьезнейших проблем, которые стоят перед страной, потому что им, на самом деле, вот в этих условиях новых технологических вызовов надо создавать обязательные условия для того, чтобы наша страна выдержала все трудности и качество жизни ни в коем случае не упало до каких-то невероятных совершенно глубин. Вот. Поэтому вот этот вот фокус на будущее – это очень серьезно. Что хотелось бы отметить, конечно же, серьезную экологическую повестку и огромные инвестиции. И, как говорили сегодня ваши независимые эксперты, о том, что хотелось бы, может быть, более детализированные программы по биоразнообразию. Потому что к Норильску, конечно же, по этой теме приковано внимание не только всей страны, но и всего мира. И поэтому хотелось бы, чтобы в международных рейтингах, в которых все равно надо участвовать, несмотря на то, что придется выстраивать новые логистические цепочки и выходить на новые рынки, там точно такие же требования по стандартам и корпоративного управления, и экологическим, как были в Европе. Поэтому это то, что на самом деле принесет огромную пользу всей стране, учитывая те налоги, которые ваша компания платит, и вот весь как бы периметр, который касается устойчивого развития, он, конечно, требует очень профессионального, серьезного, вот этого устойчивого внимания. Поэтому, сохраняя устойчивость, в общем, надо думать и о каких-то программах, которые будут ориентированы в будущее.